Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет, от нас и зависит. Думаю, вам, молодым, амбициозным, уверенным в себе, нужен такой вызов. Потому что все сопряженное с рисками – это еще и огромная возможность. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене. И вы, молодежь, в этом процессе играете самую важную роль. Будущее непременно за вами. От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям, исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса нашей Беларуси в глобальном международном многоголосии. Что бы ни происходило в ближайшем будущем, помните, рядом с вами люди, которые уже научились, кстати, на собственном примере, проходить сложные жизненные периоды. Вашим родителям, например, с 90-е некому было помочь. И старшее, и молодое. Советские поколения долгие годы жили в стабильности, не знали, что такое политические, экономические кризисы и даже трудности, сложности. Тогда переломный период застал всех врасплох. Но сегодня все по-другому. Абсолютно убежден, что сплав вашей молодости, родительского опыта, станет той силой, которая позволит нам в это бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития.